Храм Камасильва проверяйте, наше место, где мы обычно стоим, проверяйте. Полный угар. А, да, 8 противников, извиняюсь. Одна у нас затычка, тахикардия, стоит вверху над нами, где-то примерно на 12 часов от нас горка затыкана. 8 противников. Полетели на осаду. О, Заров, ты успел часть прожать? Здорово. А, успел. Плюсуй. Все включаем на осадке, минируем все вокруг за баррикадами, на пипегах разбежались, помечаем кипы, рейнджи заранее себе присматривают максимально удобные позиции на случай дефа. Здесь очень удобно, подход один к этому котловану, в основном будут ходить по низам, поэтому заранее высматривайте себе удобные позиции, рейнджи всегда отстреливаются сверху заранее, не дают противнику подходить. Ну, еще одишки у нас как бы... Мы разбегаемся, помещаем, помещаем. Наш уже едет. Все, кто пометил. Бля, ну серьезно, почему не туда встали, а сюда? Так, три форта помечены из 9. Блять, ну вон же, вот там вот, блядь, кип должен стоять. Почему он здесь стоит, нахуй? Почему он не вот там вот, блядь, стоит? Ой, пиздец, блядь, нахуй. Напоминаю, на всякий случай, как ведем себя на осаде. Есть определенные цели, которые я даю. Вот эта гильдия, мы в нее входим, мы ее атакуем, она наша конкретная цель. Гильдии, которые вы видите рядом, не агрить, не трогать, не триггерить, не злить. Бесы помеченные. Если прилетают в вас сами, отвечаем. Если прям сами в нас целенаправленно заходят, отвечаем, естественно. Если просто стоят рядом и не трогают, не трогайте и вы. Чем меньше у нас потенциальных врагов на осаде, тем лучше. Продолжаем помечать кипы и ездим. Бесов пометили, аук пометили. Зарав, минус, так? На уф, говорят, кто заходит говорить. Лимит минами. Стоит, блядь, Филони, нахуй, не бафает никого, блядь. Так, Уан, слышно меня? Да. Последи за бесами, куда они передвигаются. Воркеров нашел, они напротив на горе. В руках держу. Над нами. Где? Угу. Где? Тоже надо понять будет. Воркеры над нами там, блядь, сука. Вот где я сдох. Половина кипов. 5 из 10. Еще кипы, ребят. Ну его вроде убили. Да, убили сразу. Я второй раз на прогиб взял. Нам пока нет смысла выходить, атаковать кого-то прямо сейчас. Потому что мы пока не знаем раскладов на осаде. Мне нужно какое-то плюс-минус понимание, что происходит. Ура, я могу на Думе кататься. Воркеры выдвинулись куда-то на 3 часа от своего кипа. Хорошо. Последи, пожалуйста, за ними, куда они пойдут. А, ну нельзя на нем что-то. Да, без кипа. Кнопки нажимать. Надо понять, куда пойдут воркеры. 6 кипов из 10 еще помечаем. Правая сторона не помечена, да, на правой стороне могут быть кипы. Да, ну, с большой вероятностью там кипы стоят, пометьте. Кроме, видимо, дрифтвога. Нужна информация, куда пошли бесы, нужна информация, куда пошли сайленты.
Песа пока на кипе стоят все. Не понял. Сейчас, короче, ауф и беса всех разъебут. Беса закончится. Посмотрим. Воргер вот на 3 часа своего кипа убежали. Ой, куда? Будем играть в какую-нибудь залупу, нахуй. Еще кипы не помечены. Помечаем, ребят. Так, он там еще рядом с бесами ауф, они куда-то ушли. Посмотри, пожалуйста, куда пошли. Короче, смотри, бесы, ауф. Инфа по сайлентам есть? Дантист. Монки флипов нашел на правой части. Правда, не смог тут. Гоша, направь еще пару человек, поместь кипы, еще 3 кипа не помещены. Народ, у нас рейд под носом, под горой. Где? Ща. Точно а рейд или пати? Нету рейда. С какой стороны? Нету сверху. Рейда. Ну я что-то видел, что блядь, что за хуйню ты несешь? Че, монки помечены. На 12 часов, да, на 12 часов. Окей. Манки помечены. Че на 12 часов? Еще. Беса над нами, и говорят. Что? Честно, лошадей над нами собирались? Араф, скажи, ёпперсты. А, да. Это не бесы на 12 часов собираются наверху. Они собираются. На 12 нет. От нас? На 12 от нашего кипа. На противоположной 12, стороне. 12 от нашего кипа на противоположной горе. И сейчас они будут идти. Ну окей, хорошо. Мы на 12 переместились. В нашу сторону. Прям как бесы пойдут. Да, да, они начали на 12 в нашу все сторону. На 12 перемещаемся. Какая нахуй Элькардия, блядь? 12 вышли, катим с горы, катим с горы, катим с горы. Готовимся к ним встречать. А Уфа вроде с корпусом дерутся. В спину залетела ланка, всем было похую, блядь. На 12 часов бесов встречаем. Я чуть позади стою. На 12 часов. Встречаем бесов, заняли, рейнджи заняли позиции на 12 часов. Встречайте их. И прыгнем с другой горы. Охуенно, мяч. Встречаем, встречаем, отбиваем. 10 из 10, блядь. Кулдауны маленькие. Скипа на 12, на 12, выдвигаемся, отбиваем бесов, все еще. Девок. Наудился. Стой на месте, блядь, я тебя залить не могу. 240, спасибо. Я думаю, можешь прямо сейчас сдать ее туда, и раз они там, блядь, толпой стоят. Ну, это, конечно, будет интересно, только если я возьму захват, мне будет пиздец. Ладно, уже их меньше стало. Возвращаться? Залей. Да. Там уже расхуярили их. Бесы обозначили, что будут на нас ходить. Значит, будем ходить на бесов, окей. Эльвенти с наемниками пока что еще остаются тут на дефе, если вдруг остатки бесов поехали. До Дзёхентай выезжайте на бесов. Точку сбора. Дзёхентай выезжайте ставлю. На бесов. Нет, хуй. Где собирался? Метку сбора поставь. Я оставил, не видно? Еще раз обновляю. Все видно. Стоит метка зеленая. Перед мостиком здесь. Собираемся. Ты чем метка зеленая твоя? Они присоединились, поехали. Это его. Он поставил метку Гоша, сбора. Все остаются на дефе. Ура, блять, меня услышали. Окей. Выезжаем на метку. Я поехал на метку. Я на метке давно уже. Ну, у меня лошадь сдохла, как бы я вызывал ее, плюс махался. Они же не всех убили. Там... Вот я на метку приехал. Я дантист, кто еще тут? И давайте мне инфу всегда, если у нас нет, на кипе. Сверху бегаю налево, направо. Пока собираемся на метке. Клин подъехал, не бегай, бить. Ой, горит, доехал не брать. Быстренько собираемся а на метке. А где остальные? Для Дзёхентая. Где же ваши щенроки, ребят? Бесы с другой стороны начали ходить. Отбивайтесь от них пока что. Отбивайтесь. Наемники тоже в дефе пока. Угу. Еще давайте, ребята. И Ауф бегает на Бабису, походу, да? Жду вас еще на метке больше. И Ауфа на Кесаянков бегает. Все, выдвинулись. Пока. Остальные догоняйте. Выдвинулись. У нас даже весь рейд не прибежал, но мы выдвинулись. А мы Ауфа не помешаем. Флаг у нас еще не готов, я так понимаю. Нет еще. А, сейчас должен быть кедров уже.
как реснишься, флаг возьми. Понятия не имею, зарав палять, но... Кому мы будем мешать, если здесь один единственный кип, это, блядь, бесы, нахуй. Ну, чтоб с одной стороны не заходили. Поднимайся. Они не ходят на бесов, зарав. Тебе только что сказали, где они. Поднимаемся, бафы сдали первичные. Кто прожали? Никого нет. Ты бы, блядь, пошли, сам бы бафал. Пошли под кип. Как дела у нас, блядь, теперь? Ну, они тут заходят. Нихуя, бафы не кидают. Все, заходим. Заходим. Ну, нормально, нормально. Они нахуй все сносим под кипом. Все сносим под кипом. Нас атакуют бесы. Пока флага нет. Мы не подбиваем. Додзёхин та и так же резвится. Подожди, ты должен быть, блядь, здесь, а не на кипе. Почему-то продолжают атаку идти. А? Я что ли? Да, не я же, блин. Хентай, алло. Чуть-чуть потерялся. Ебать. Ой, ой, они разрезались обратно. Ну да, нас меньше даже стало. Блять, призрите, надо радар сломался. Братоси, блять. Ну, отойти бы желательно. Продолжаем, отбивайтесь, отбивайтесь. Главное, рейнджи, займите позиции. В дефе. Сейчас на возвышенности. Схожу насчет. Давайте им нормально тут. Нас, ну, жду вас на метке. Окей, хорошо, дефайтесь, смотрю. Пушку на бесов навести. А я в реке плыву. Что у нас в атаке там по людям? С блейдера пересел. Так он, у тебя приятели с блейдеров ливает. Я сам сегодня на страже. Хорош. Зио называется. У нас пока что трое на отметке. Но смотри, кого поймал. Есть кто еще живой? Окей, на метке, значит, регруппаемся, пока инфы нет. Кстати, у нас там никого живого не осталось почти. Кто выжил, трое? Скучно так, на бесов ходим без ауфа, на нас не ходят, что за хуйня? Давайте отойдем с дороги нахер. Пошли. Пошли в атаку. Ау, все-таки все, пошли в атаку. Блядь, пошли нахуй. Остальные догоняют быстренько, сразу на кибес. Остальные догоняют. Я вижу только Раф, я там, Арк, семья, Такуан и все. Ну, Гомерих еще бежит. Ну, у нас пати всего тут от силы, человек 6. Че? А, нет, ну, 10 нас. Заходим, заходим, заходим. Боец, фанат БД. Ну, поднимаемся, заходим под кибес. Заходим под кибес. Дал ульту сюда, дал ульту сюда. Почему вы стоите на кипе? У нас есть насадки, кролик? Мне, пожалуйста. Я держусь. Дантист, Все, я умер, сейчас, сейчас. Флаг запускался, он должен быть готов уже. Сейчас возьму. Возьми флаг, поставь под бесов. На соседний город. На дефе они в основном работают 7 часов. 7 часов отбивайтесь. Карабкаются, карабкающих не пускать. Что, пацаны, куда флаг поставить? Бля. Опа, к нам варвар прыгнул. Черт, блять, где ремонтка сраная? Взял варвар в руку. Дантист снял флаг, да? Дантист взял, взял, да. Начать. Окей, регруппаемся снова там же на метке. Кентай и Додзё. Не обращайте внимания на то, что происходит на дефе. Резайте коней и сразу скачите на метку. Куда флаг поставить, как думаете? Повыше на гору. На 12 экипа или 6 экипа? Я предлагаю лучше на 12. Там корпус Кисен, да, внизу прям стоит. Да. Пригруппаемся на метке. Ну, честно, тех, не знаю, где атаку лучше, потому что там очень быстро можно добежать, понимаешь? Есть вариант этих? Тут пока големы, только я и Бриллиантик подъезжаем на метку. Подъезжаем на метку. Дорогу опасно, потому что там бегают и эти, и эти. Нет, нет. На 3 часа на противоположной стороне горки. Ну, да, да, да. Блять, вы там едете еще? Еще подъезжаем на метку. Много людей не вижу людей. Где вы там вообще?
Тяжело. Там, где я сейчас, нормально? Отдел, насколько я знаю, ровно половина состава. Это 20 человек. Устроит? Я должен здесь увидеть. Там наверху дальше нету этого ебаного... Есть. Вражеского кипа какого-нибудь. Устав. А, нет, тут вражеского кипа нету. Чуть выше. Идем, идем, сколько ну, есть там. Народу. Идем к ним. Я не понимаю, где хентай, где дадзё остатки. Такуан, ты можешь своих приободрить как-то? Ставлю флаг чуть повыше. Подошли там. Еще раз, Арте, осадки нет блин, никого, заходим блин, внутрь. Семья, заходим блин, внутрь, все ломаем, на осадке никого нет. На кипе? Дантис, что с флагом? Еще раз ставится, 5 секунд. Флаг стоит. Все, флаг стоит. Флаг стоит. Хентаи идут, все рисуются на флаге, из флага вниз, ходят нахуй. На кип бесов. Где сейчас? Гош, как дела на осадке? Ну, нас душат тут, конечно, но отбиваемся. Поешь тушь, вот потому что впереди флаг. Очень мало народу. Дадзё и Хентай и Фу переходят флаге, в атаку, да? Через флаг. К нам. С флага и больше не будет переходите в атаку. Что нельзя лошадь там достать или еще что-то. Быстрее, быстрее переходим в атаку, потому что у нас сейчас уже почти палатки все попадают. Переходим, переходим в атаку. Я поделил нас ровно пополам. Эльвенти и наемники остаются в дефе. Хентай и Дадзё в атаку ходят на бесов. Здесь с флага на 6. Убитая, почти убитая. С флага на 6. Кто резнулся с флага на 6. Так как у нас Банерал вечно сдох. Быстрее, быстрее, отошли, переходим с флага на 6. Я пуем, продолжаем атаковать бесов. Стой. Добивает лошадь быстрее. Есть 200-ка, могу зайти туда на 200. Въебать им. Побольше людей бы. Опа, блядь, сука. Блядь. Нихуя, если чё так... А чё так осина? Лучка, блядь. Ты еще... У нас две палатки уже упало. Я понял, я понимаю. Палатки да, упали. Стойте, Традах. Продолжайте. Да. Да, это традная лучка. Дантист, собери ваших, пожалуйста, вместе на флаге. Веди атаковать бесов. Да, бля, какой там. Как слышно? Да-да, принял. Собери ваших на флагере группней. Собираемся за фиолетовой меточкой. Тут на осадке почти нет. Соберитесь, регруппнитесь и вместе идите. По фиолетовой метке дантиста собирайтесь на флаг, на флаге. Дадзё и Хентай. Там уже 4 человека, но в сторону их кипа стоит. Судя по рейду. На кипе отбиваемся на 7 часов, на 7 часов, на 7 часов дорезаем остатки. Рынжи забирают эти возвышенности, отбиваемся, отбиваемся, отбиваемся. На наш флаг зашли две точки. Бля, ломает наш флаг. Дантист, нам нужно побольше оттянуть, чтобы они оттянулись на кип к себе. Часть отбили на 7, переместились на 11. 11 на деф. Бля, нам флаг ломает. К сожалению, не отбиваю. Дай инфу, как в атаке получается, дантист. Заходим сюда, на фиолет, вот позади немножко лучше. Ну, зашли, но посмотрим, что сможем. Да, блять. Пробуйте максимально ходить на них, оттянуть их к себе на кип. Держу. Мы тут в дефе почти что отбились. Остатки дорезаем. Все, на 7 убили. Часов. На 7 флаг часов. Флаг отбили. И на 12 потом. На 7 часов 2 точки карабкается. 3 точки карабкает. Зараф поставь ловушки. Блять. Иди туда, сливаться. Конечно. По одному. Так, ребят. Все, с флага вы выдвигаетесь в их сторону, а дантисты где? Мертвые. Отбиваем на 7 часов преимущественно. Ладно, сейчас карабкаются на осадке. На осадке преимущественно на 7 часов. Мне пока ульту не заливать, у меня все есть. Вернитесь
на флаг, вернитесь на флаг, Данди сейчас поведет. Получается, давай, хотя нужно кип себе. Так, я за зону выйду. Вы только ресурсом. Угу. Пошлите, дантист ведет. Пометки, ребят, пометки. Точка, точка. Пригруппни людей, я пожалуйста. Я добью, вы двигайтесь. На флаге вместе просто зайдите к ним. Сейчас их большая часть здесь у нас, на осадке. Я отбью. Там у них кип почти пустой, я уверен. Ну вперед! Надо, вот, блядь, сука. Убить надо нахуй. Это ланка, с ней проблематично будет очень долго. Минус 2. На 90%. На 7 часов на осадке отбиваемся. На 7 часов здесь пытаются зайти. Пытаются зайти со идите, стороны ребят, воротки. Там же карабкаются. Не даем, не даем, не даем. Рейнджи занимаем возвышенности. На 5. Можем, да, можем, на можем отбить. Заходим туда назад, там палатки можно снять. А сейчас почти последняя палатка упадет. Я займусь атаки, этими белыми точками. Вы идите. Блять, да ульту под скип. Ой, блядь, говорю, палатки идите туда, занимают. Они, блядь, продолжают под флагом нахуй драться. Блядь, идите просто. Урон! Обойдите скип сзади. Дантист! Да мы сдохли опять. Только одну палатку сняли. Палатку им сняли. Ну, продолжайте. Я давай могу встать у нас на кипе, блядь, дать им 200 въебать им. А кто регруппнет людей на флаге? Ну, не знаю. Продолжайте, регруппайтесь на флаге, то лучше там разрушите им все. Регруппни людей на флаге, с флага вместе зайдите к ним под кип. Три раза так делаем уже. Они здесь большей частью нас осаждают. Их там под кипом народу-то почти нельзя, нет. Нельзя. Мы без палаток уже. Все, да, веди вперед. Взял в руки. Что такое бессмертное, блядь? Все, все, двигайтесь. Пойдем, пойдем. Пойди все наши. Так вот на флаге, блядь, стоят, забирай их с собой. Ребят, ребят, пойдемте. Молчишь, нахуй. Пойдемте, 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 слабенькие. Сейчас на 6, на 6, на 6 пытаются. На 6 пытаются. Гоша, попробуйте флаг найти внизу. Ага. Пусть Шикишима, Данила попробуют найти флаг и вырезать его. Вон, тут наши дерутся. Пойдем поможем. Шли в Киев, давай, флаг, давай, давай. Ленд. На флаг, горке пришли, соседний флаг пришли. Стоит. Типа, на 6 часов от кипа. На ульту, на ульту. А как мне... Урон сюда, урон. Ладно. Я так понимаю, что там впереди? Ой, блядь, наш флаг ломают. Их 4 точки. 30 секунд КД. Не, все, флаг упал. Флаг наш упал. Я понял. Флаг упал. Треснулись все на кипе. Все пока. Мы их убили, начали ломать палатки немножко. Все резнулись. Все в палатку въебались. Пока что. Отдефаемся. Флаг еще у нас есть или все сняли? Мак сзади, мак. Резнулись все, на кипе, пока отбиваемся. Как убивать-то, блин? Флаг у них на 6 часов, пока отбиваем, отбиваем фул на кипе. 3 часа, 9 часов отбиваем. На 12 часть отбежала. Резаемся, резаемся, отбиваем пока, резаемся, отбиваем. Ой, блядь, строители ебаные. Бля. Вот те же все на кипе. Дантист, попробуйте чё? Тогда с 6 часов флаг снять. Так, где они от нашего кипа, блин, расположены? Я смогу туда 200 въебать? Он что-то говорит про 6 часов. Хуй знает, откуда эти 6 часов. Разрезываемся на осадке полностью пока. Разрезаемся, понял. Отбиваем под кипом остатки. Сейчас больше на 9 часов. На 9 часов сейчас. На 9-7 часов. 9-7 часов. 9-8 часов с этой стороны. Отбиваем. Около ворот. Встал, умер. Нормально. Такого еще не было. Все когда-то бывает. Дантист, флаг примерно на 6. Попробуйте с ним разобраться. Да ёпта, их флаг вообще рядышком, блин. 9 часов отбиваем сейчас. 9 метко. Часов отбиваем. Пул отбиваем.
Это ёбаный в рот. Флаг 60. Чё, может, пойдём бейт атаканём? Сейчас переходим сюда. Переходим сюда, к воротам. Вот здесь большая часть их пытается взобраться. Здесь большая часть их пытается взобраться. И в сторону флага. В сторону флага на 6. Передвигайтесь. Блять, блюдо. Остатки под кипом зачистили. Они на горке. Вам сейчас нужно дать возможность поставить палатки. Вниз флага будут подниматься. Подходите сюда. Бафы сдаем. Подходим на метку сюда, к воротам. Сюда, к воротам. Подходим на метку. И готовьте, сейчас они будут залетать, карабкаться. Уже залетают. Начинают. Зетки, ешки сдали. Прожали и встречаем их. Блять, убили. Встречаем, 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 встречаем. И под кипом сейчас встречаем, под кипом сейчас встречаем. Голова бесов, варвар. Да, блять. Разрез пока. Кролик, ты живой? Нет. Как встанешь, попробуй засейвиться. Нужно сейчас фул разрез создать. Разрезываемся пока под кипом, разрезываемся под кипом, на 9 выходим, на 9 выходим. На 9 часов выходим, 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 отбиваем, выходим, отбиваем, выходим, отбиваем, выходим, отбиваем. Кролик, засейвься, сейчас надо будет сдать разрез. Ой, блядь. Может быть, пока не сейчас. Но будь готов засейвленным быть. На 9, на 9, на 9 отбиваем, отбиваем. Сколько там у флага? Датис получается выйти? 50. Отбиваем тут, тут фул. Тут флаг, блядь, 50, ну 100 метров. Ну что, никто и дойти не может толком. А кто должен отходить? Скажи мне, пожалуйста. Рейд. Топовый бой, я должен доходить. Какой рейд, блять? Блин, меня Бармот убил, обидно. Под их флагом. Встретили, встретили, новая волна заходит, встретили. Пизду, я сейчас в них 200 даю, блять, пизду. А можно мне вот здесь, на меточке, кто-то помогать, блять, нахуй? На 7 часов, убивать, ребят, на 7 часов, рот, на 7 часов, сюда, к воротам, к воротам, к воротам, отбиваем, 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 отбиваем. Команда, я не слышал, чтобы я должен был именно кролик, ходить на этот, да? Он кроме дантиста ничего не кричит, блядь. Дал? Резнулись, резнулись все, резнулись все. Дал 200, под кип, под наш. На 12 забрали остатки, пошли дальше, 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 на 7 часов, на 7 часов, на 7 часов, на 7 часов. Прошли, прошли сквозь них, прошли, прошли сквозь них. Дальше, дальше, к ним туда, на флаг, на 6, на 6, на 6, к флагу, 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 побежали. Еще побежали, побежали. Да ульту, вот. Да ульту. Никого подбежать-то нету, ёбаный рот. А, прям, короче... Да, вообще пиздец. Да, да, да. Запрыгнули, запрыгнули, к флагу, к флагу. Идите туда, вперед, вперед. Вот так вот, пацаны. То есть там, где должен кип. Залетаем, 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 под флагом мочимся, под флагом мочимся, ребята, под флагом мочимся. Перекатываем их там под флагом, огромная куча, просто делитесь под флагом, вместе с флагом их перемалываете. 15%. Давайте, давайте туда, залетайте на уешках, на уешках, на уешках. Еще, 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 к флагу на 6, к флагу на 6, быстро, 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 с осадки, 10% флага. Залетаем, залетаем, там их большая куча, раскастовываемся под флагом. Залетаем, 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 флаг нужно снять, флаг нужно снять. Еще 5%, еще, 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 залетели, 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 залетели. Но у них уже еще стопудов готовы. А ладно, все, на осадке рухнулись пока, не, за, не заходим там по одному, их там много. На осадке сейчас будем встречать, на осадке сейчас будем встречать. Ну да, и сейчас, блядь, минус кип будет, нахуй. Встречаем, резаемся, встречаем, заходят. 30%, ёбаный. После этого будет полчаса. Призыв. Дантистам буквально пару процентов осталось. Попробуй добить этот флаг. Какой призыв они, блядь, добьют? У них флаг тут под жопой, блядь, он не снят. Сейчас упадет. Зачем тебе давать призыв на вражеский, который ты убиваешь? Да, а чё они не бьются у нас под кипом? Кто не бьет под наш кип? Вон там гиганты, которые хуй стояли в кипе, и они не бились вообще. Убиваем в сторону 7 часов. В сторону 7 часов. Бля, там ворот 10 дал.
Дорезали остатки сейчас, дорезали остатки и добейте флаг с шести. Дорезали остатки, конечно. А... Я что-то не понимаю, у нас там... Какая-то херня на горе происходит на 11. Бля, я почти сломал флаг. Я там ульту дал под флагом, нахуй. Очень не нравится, хорош, как играет Хентай с Дадзё. Да была команда, блядь, идти на метку и вставать, блядь, на флаги, а они, блядь, все продолжали биться, блядь. Да, 7 часов, 7 часов остатки. Встречаем, их там немного. Угу. От кипа отходите подальше, от кипа отходите подальше, чтобы не под кипом драться. Еще, от кипа подальше. Да, ульту сюда. Сюда, давай. На метку. Дальше их отодвигаем. Флаг получилось снять или нет? Да, сняли. Отодвигаем от кипа подальше. Еще отодвинули. Еще отодвинули. 1%. 1.1. Надо чинить срочно. Ну, почти, да. Пробую постучать. Стучите по кипу, насколько возможно. Стучите сейчас по кипу. Стучите сейчас по кипу. Алло, твари, напрягаем. Все, что есть, стучим. Облепили, стучим. Раздал, конченый. Ловушки ставим, ловушки. Ёбаный сака, один нахуй. Стучим по кипу. Встречаем точки, стучим. А чем меня бьет? Скажет. Кто не стучит, в 7 часов не давайте точкам залететь, остальные стучим по кипу. Все, у кого есть камни, сейчас будем стучим по кипу. Остальные, у кого нет камней, 7 часов не давайте им залезть, не давайте залезть. Рейнджи заняли позиции. Стучим, продолжаем стучать по кипу. Сзади зашла. Дальше стучим. Так, они вон собираются на противоположной горе опять. Ульты у меня нету, конечно, стучим, ну ладно. Стучим. Сзади. Кто не стучит, 7 часов встречаем. Бля, на горе спускаются. 7 часов не даем им карабкаться сейчас. Не даем, главное, карабкаться. Стукальщиков, чтобы не дошли до стукальщиков. Остальные стучим, кто с камнями. Стучим сейчас изо всех сил. И ловушки сейчас на 7. Они сейчас пытаются с 7 часов там вот. Сами к ним не выходите. Просто не давайте им карабкаться. Рейнджи, займите позиции, сбивайте их снизу. Сверху вниз. Они сейчас средним соберутся, нас зальют. Отсюда пытаются. Дантист, не чини кип. Я не чиню, я мертвый. Помогай. Я мертвый. Ну, помогай, блин, нас очень быстро. Кипе бафы сдавайте. Нам нужны, блин. Я сейчас наблюдаю на их стороне, за ними. Зараб тоже, захваты очень сильно нужны. Несколько человек пошло к нам быстрых. Сейчас отвлекись от кипа. Раз, два, три. Пошли, на семь. Бросайте кип. Ну не спускайтесь с ним, не спускайтесь, пусть сами лезут. Просто встречайте, когда они будут подниматься, не надо. Только не спускайтесь туда. К ним, просто не давайте им карабкаться, лезьте, все. Сломаю. Займите позиции. Кто может, сейчас постукайте еще. Да, в голове, блядь, постукайте себе. Сейчас готовьтесь, что большим рейдом полетят. Блядь. Убивайте заранее. Меня хоть спринт прикинул. Заходит. Не давайте дайте им карабкаться, ступку. Главное. А я умер. Главное карабкаться. Все, иду. Что играешь? Меня хоть спринт убил. Он стоит, стреляет, блядь, настреливает. Зетки, ешки, все, что есть, покинули, встретили на 7, поднимаются. Встретили. Все, что есть, встретили. Отвлеклись от кипа сейчас. Отбили, хорошо. Отбили, хорошо. Все, стучим по кипу, ставим ловушки. Стучим, у кого есть возможность сейчас. Стучим. Занимаем позиции. А, все, не лезет, отступили. Ставьте ловушки. У меня в спину что-то, блядь, Таяна стреляет. Можно как бы это наверху, прикрывать, погоди, на блядь, со всех сторон? Стучим по кипу, смотрите, ребят. Смотрите, блядь, восстанавливаем, по сторонам. Восстанавливаем, почему, блядь, снимаем камни, стучим. Да. Снова небольшое количество их там подходит. 7 часов, смотрите. На 12 пару точек пытаются внести. На 12. Паша патрулирует 12. Ну, валит, ну, пару человек оставь, патрулирует на 12. А второй... От 7 заходит волна новая. Очень 7 нравится. Новая волна готовится заходить за ворот. Готовится заходить за ворот. А, там флаг, кстати, скорее всего. Сейчас отвлеклись от кипа. Блять, у нас на 12 три точки гадкие. Уже
Там ДК, сарка, вышка. Встретили на 7, встретили на 7. Встретили на 7. 3 часа дефать, там тоже всякие челики. А, все. Все, всем спасибо за осаду. В канал Рейд.